пожалуйста. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. И потом протоколом запротоколировал, как интервьюируемый лигурийский регулировщик чисто да нечисто рапортовал, да так зарапортовался на размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал прецедентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в конституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турку, который начерно обкурен трубкой, не кури, турка, трубку, лучше кипу пик купи, лучше пик кипу купи, иначе придет бомбардир из Бранденбурга и бомбами забомбардирует, потому что некто чернорылый, у него пол двора рылом разрыл, вырыл и подрыл, но на самом деле турка не был.